Тихо, давай, ускорите. Нифига, как я взлетел. Так, тихо, давай. Во. Так. Опля, нифига, какой-то зомбарь был большой. Так, ускорение кончилось, все, и наша машинка стала что-то очень медленно ехать. Давай. Да, Дуда Плей. Дуда Плей. Всем привет, ребятки, вы на канале Дуда Плей, и мы играем в игру очень интересную про зомбаков. Смотри. Кажется, я один из немногих выживших, остался только я и моя машина на мертвой земле, полной зомби. И я не знаю, как долго я могу продержаться, но я должен уехать из этого хаоса. Вот у нас такой вот автомобиль. Давай попробуем, поедем на нем. Вот. И здесь, смотри, бегут зомби, зомбаки. Мы их должны мочить. Так, ускорение, смотри, у нас есть ускорение. О, хорошо как. Но оно, конечно, не безгранично. О, нифига, какой зомбарь стоял. Так, все. Мы этот этап завершили, ребята. Заработали 42. А, нет, смотри, мы денежки заработали очень много даже тут. Всего наличных 80. Так, заходим в гараж, посмотрим. Что здесь у нас есть в гараже интересного? Так, а в гараже мы можем купить бензинчик. Давайте купим. Ох, нифига себе. Какой он дорогой. Ладно, поехали. Вау, подожди, в смысле, алло, а что это за машинка такая? А где та мощная? Да, ребятушки. Будем на этой маленькой тогда ехать. И потихонечку прокачивать будем мы нашу машинку. Ё-моё, смотри, сколько зомбарей здесь. Да. Скорость у нас не ахти. И у нас, что самое интересное, закончилось топливо, смотри. Ё-моё, ёшки-маташки. Совсем чуть-чуть не хватило доехать. Ну, сколько мы заработали всего денежек? 130 монет. Это очень хорошо, ребятушки. Так, 130 монет. Давай, знаешь, что сделаем? Прокачаем, например, колеса. Да, почему бы и нет? А лучшее сцепление с дорогой повышает вашу способность двигаться в гору. Хорошо. Ну что, посмотрим, сможем ли мы доехать сейчас на нашей машинке. Так, едем. Вперед. Давай. Нам нужно доехать, ребятушки. Колесики мы прокачали. Так что будем быстрее, мне кажется, ехать. Хотя навряд ли. Навряд ли, конечно, быстрее. Но хотя бы увереннее будем чувствовать себя на дороге. Так, а тут, смотри, зомбари. Они держат какие-то мечи, какие-то... Ё-моё, всё. Дай, приехали, называется. Называется, приехали. Закончился бензик. Ну что ж, ничего страшного. Сейчас мы бензин купим. Тем более, у нас есть на это деньги. Хорошо. Отправляемся дальше. Колеса, видимо, нам не помогли, ребятушки. Мощные. Но пусть будут. Пусть будут, а теперь у меня есть немножечко больше бензинчика. Смотри, когда я давлю на газ, то бензин уменьшается. Когда я отпускаю, самое интересное, удивительное, бензин не тратится. Обычно он и так тратится. Так что где-то на подъемах мы будем убирать газ, не будем давить. Ё-моё, что, все, кончилось топливо, вот так быстро? Да, машинка у нас не прокачанная, ребята, поэтому... Но хоть и уже больше мы проехали. За расстояние нам больше всего дают денег за расстояние. 120 монет. Итого 160. И у меня еще было 40, наверное, 200. Да, 200 монет. А, давай купим... Слушай, а почему бы мне не купить ускоритель? Это ж... А, нет, это трансмиссия. Вот ускоритель. Давай возьмем ускоритель, купим. Вот так, хорошо. И с ускорителем... О, нифига, какая машинка настала. С ускорителем будет получше. Давай проверим. Так, это я все знаю. Да. Так, все, поехали. Вот такое у нас ускорение, ребята. Может быть, не сильно мощное. Это такое вот у нас самое-самое первое ускорение. Ускоритель, то есть, господи, ускоритель. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, давай, немножко можно ускориться. Так, ускоритель уже заканчивается. Да, ускорителя не особо и много было. А чё, он не едет? Может быть, то, что ускоритель, он тяжелый? Возможно. Да, нацепил я на тачку свою ускорителей. Так, все, топливо закончилось, смотри. Практически мы и не доехали. Может быть, да, чуть-чуть больше доехали с ускорителем, но это что-то мало. Да, ребятушки, 160 монеток. А что же купим на 160 монеток? Посмотри, утяжелитель. Помогает вам прорваться через препятствия и зомби. Давай движок купим, он чуть недорогой. Да...
Так, все, деньги кончились. А, давай еще трансмиссию купим. Вот так, увеличит максимальную скорость, с которой вы можете двигаться. Спасибо. Все, теперь мы далеко проедем, я считаю. Да, я считаю, сейчас будем нормально ехать. Давай, давай, давай. Во! Потом мы утяжелитель купим, скорее всего. Чтобы мы могли вот так разбивать их зомбаков. Спокойно причем. Ой-ой-ой, давай ускорителя возьмем немножко. Да ё-моё, ты чё останавливаешься? Надо, короче, ребята, всё-таки утяжелитель купить. Чтобы пробивать эти бочки. Ох, нифига. Офигеть, аж туда наверх залез. Давай-давай-давай, ускорься, пожалуйста. Так, топливо опять закончилось на этом же месте. Да, сейчас мы возьмем ускоритель. О, утяжелитель, скорее всего. Сколько монеток мы в общем заработали? 159. А, я надеюсь, нам на утяжелитель хватит. Да, как раз у нас хватает на утяжелитель. Вот, теперь, я думаю, будет легче нам. Возможно. Возможно, будет легче. Хотя, я бы вообще прокачивал бы двигатель и бензин, бензобак. Да, следующая покупка будет точно бензобак, ребята. Во, ну смотри, увереннее стал я мочить их. Хорошо, прям. Сейчас посмотрим, как эти ящики. Да, а эти ящики сможем разбить? Да, легче стало пробивать ящики, это очень хорошо. Эти тоже, смотрим, мы. Нормально, утяжелитель помогает. Так, давайте возьмем наш ускоритель. Немножко не успели доехать. Но мы сейчас купим бензинчик, если у нас денег хватит. Так, сколько заработали? Неплохо. Будет где-то, да, 163. Я надеюсь, нам на бензинчик хватит. Ой, хорошо, хватит. У нас еще останется 55 монеток. Все, играем дальше. Вот, у нас бензинчик побольше стало, ребятушки. Так, немножко можно ускориться. Так, ускорителя совсем чуть-чуть осталось, ладно. Так, все, ускоритель закончился, к сожалению. О, а что ты встал? Давай, едь вперед. Да, тут зомбаки какие-то, строители. Опля, немножко доехал. О, сейчас вот. Я надеюсь, мы доедем уже, ребята. Доедем до финиша. Ой, кончилось топливо. Чуть-чуть доехать-то осталось. Алло, доехали? Да, этап завершен, ребята. Мы доехали очень хорошо. Может, мне побольше денег дадут? Раз я этап-то завершил. Так, ну почти что 200 монет. Так, все, видишь, мы немножко отправились. А, здесь нам будут автомобильчики давать. Смотри, ребята, сколько автомобилей. Давай посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть! Офигеть. Шесть автомобилей будет. Ладненько. 247 монеток есть у нас. Давайте что-нибудь приобретать. Я предлагаю приобрести новый двигатель для лучшего ускорения и экономии топлива. Да. И на 100 монеток мы купим немножечко ускорителя. Вот так. Хорошо. И продолжаем. Продолжаем нашу гонку. О, смотри, зомбарь какой-то стоит. Иди нафиг отсюда. Вот так. Разлетелся зомбарек. Так, мы сейчас идем на вторую точку. На вторую точку мы должны попасть. Ой-ой-ой, давай быстрее. Ох ты. Тихо. Давай, ускорите. Нифига, как я взлетел. Так, тихо. Давай. Во. Так. Опля, нифига, какой-то зомбарь был большой. Так, ускорение кончилось, все, и наша машинка стала что-то очень медленно ехать. Давай. Ой, хорошо. До куда доедем, не знаю. А, все, закончился бензик. Да, ехать-то еще надо было много. Ё-моё. Первый-то мы быстро с вами проехали. Почему второй-то не можем? Может, он немножко длиннее? 116 нам монет дали за расстояние. Всего 150 монет, это очень мало. В тот раз 160 было, как минимум. А, ну давай, а это что такое вот это вот? Бронь защищает ваш автомобиль от повреждений и сделает автомобиль крутым. Ну давай купим, посмотрим, какой он будет крутой. Ох, нифига. Сейчас я вот этой штукой буду зомбарей мочить. А ну-ка. Опля, нифига, да, разлетелся. Разлетаются. Ой, хорошо. Взорвались. Так, это хорошо, что эта штука не цепляется. Интересно. Ни за что. А то вот сверху поцеплялась, было бы плохо. Так, давай, ускоряемся. Сколько у нас там? Бензинчика еще много, в принципе. Нормально, мы еще, может быть, доедем до контрольной точки. Может быть и нет. Давай. Давай, ускорение включим. О, ускоритель закончился. А он мне так был нужен.
Так, все, закончилось у нас топливо, ребята. 144 монеты за расстояние мы получаем. А за зомбаков 23. Это не очень много, ну да ладно. Что еще можем приобрести? Давай приобретем пушку. Вот, убивает зомби, прежде чем они дойдут до вашей машины. Хорошо. С пушкой у нас будет получше. Не знаю, сколько там патронов будет, сейчас посмотрим. Так, а патронов не написано, да, сколько? А, нет, сверху написано. Всего лишь 6 патронов было. Уже 5. Но с патрончиками будет, мне кажется, получше немножко. Да, видишь, как они разлетаются. Но патроны кончились. Патронов было очень-очень-очень мало. Очень мало. Ой, не заехал. Да ё-моё, вниз полетел. Ладно. Так, тоже нормально. Так, ускорение. О, бочки эти проехали. Все. Опять топливо у нас закончилось. Зомбарь какой-то побежал. Вот такая вот игрушка, ребята. Если вам понравилась игрушка, ставьте палец вверх. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки, естественно, комментарии пишите. Если понравилась игрушка, пишите понравилось. Если хотите передать привет, пишите передай привет. Я передаю привет скромному, Жене передаю, Диме передаю, Данилу передаю. Пиши комментарии. Всем пока-пока.